Астропрогноз на 3 октября. Овен. День обещает быть насыщенным рабочими делами. В любовной сфере избегайте ссор и споров. Телец. На работе стоит проявить больше инициативы. Кошелек лучше приберечь для крупных покупок. Близнецы. В отношениях со второй половинкой может возникнуть недопонимание. В ваших силах все исправить. Рак. Сохраняйте душевное спокойствие. Будьте более деликатными в общении с друзьями. Лев. Гороскоп советует отнестись к финансам более экономно. Следите за своим здоровьем. Дева. Возможно, вам понадобится помощь близких людей. Проявите заботу по отношению к ним. Весы. Благоприятное время для деловых начинаний. Вечер лучше посвятить занятию спортом. Скорпион. В погоне за карьерой не забывайте уделять время своим близким. В личной жизни ожидает сюрприз. Стрелец. Есть возможность обрести полезные деловые связи. Следите за своим питанием. Козерог. Ожидайте финансовую помощь от близких. От физических нагрузок сегодня следует отказаться. Водолей. Можно уделить время культурному отдыху. Благоприятный день для загородных поездок. Рыбы. Живите настоящим и не оглядывайтесь назад. Впереди все только самое лучшее.